Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мессив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача – докопаться до правды и остаться в живых. Он не боится, да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно, так что остается только бежать, прятаться или сдохнуть на... Я сразу говорю, я вообще далеко не любитель хорроров, поэтому, возможно, будет весело. Соседи опять катают шары, охуенно. Ну, самое то для хорророк. Атмосферка подходящая, в принципе. Отлично. Чего я вот, правда, больше испугаюсь, самого Аутласта или ебучих шаров соседей? Ну, посмотрим, посмотрим. Кровь, круто. Проект Валери... Чё, блядь? Какой-то волрайдер. Наездник какого-то вала. О, на вале катается, нихуя он крутой. Пациент Билли. Who the fuck is your волрайдер? Пишем, снимаем. Ребят, я не знаю, учитывая сколько лет игре, явно уже кто-то пошутил про влогеров, ютуберов и прочее говна. Так, у нас есть друг, друг, алло. Окей, он неразговорчивый, я понял. Сука! А этот? Улыбашкин съебанный, куда он делся? Чё он за мной-то не спрыгнул? У вас лифты неправильно работают. Ой, сортир, ой, как не... Ой, свидетель. Ой, какая же это заезженная тема, пиздец, с этими сортирами. Блять, уборщик на... Одежда, блять, какая-то. Дверь нахуй закрывать не буду. Этот час меня потрогает, конечно, блядь. Быдло. Ебанутый. Доктор Вернкин. Он умер еще до того, как началась работа здесь. Только... Я вернушка. Твой не остановит! Надвигается ураган, и тебя его не остановит! Нихуя экстрим пошел. Блять, че за хуйня? Чё? Как я его понимаю. Эй, а ты же парень того долбанного священника. Почему сразу парень? Мы просто друзья. Ага, не угадал. А, он поссать зашел, извиняюсь. Надо было все спалить. Дотла. Бля, опять бунт в столовке. Вода в системе отсутствует. Бля, опять вентили крутить, господи. Охуеть, ладно. Конечно, это будет Крис Уокер, конечно. От этого до говноеда мы еще ж не избавились, блядь. Высушено. Почему высушено? Если должно быть потушено, блять. В смысле высушено, знаешь, наоборот. Чё за говно, я ж наоборот все намочил. Высушено, блять. А, мужик исчез. Ну ладно. Блять, тут теперь объекты прогружаются на глазах. Чё за хуйня?
сука, извини, ну я все высушил, ну я высушил. А? Я не думал, что его это так заденет. Я вижу его духа. А я не вижу твоих штанов, брат. Где твои штаны, брат? Убрали из-за меня кровь. Конечно, брат, как скажешь, брат. Ёбаные шизы, блядь. Что за говно, нахуй? Блядь, Крис Уокер, ну сука ты, блядь. Да нахуй, как сюда попал? Я такой путь сюда проделал. Я столько всего увидел. Я столько всего сделал. Ты, блядь, здесь как оказался? Ёбаный в рот, бля, ёбаный в рот, бля. Ну как ёбаное ты чмо? Ну ты как нахуй он это, блядь, делает? Как, сука? Ответь мне! Ответь мне, блядь! Ага. Чё, блядь? Ёбаный в рот. Сука. Пошёл нахуй. Я дверь просто закрыл, а он ее выдалбливает, дебил, блядь. Это он из-за предохранителя так? Еще один. Три предохранителя. Сука, блядь, ну ты как чувствовал, дебил конченый, тварь ебаная, сука. Бля, он чувствует, у него это ментальная связь с этими блядскими предохранителями или чё? Каждый раз, как я беру предохранитель, он бежит. Бежит, пропал предохранитель, пиздец. Он реально, он с ними связан. Куда? Пиздец, что? Смешные названия, мой чувак. Опять кровь! Какая, блядь? А как ты это сделал? Ёбаные наномашины. Даже здесь отсылка на Metal Gear Solid. Не, вся жизнь это отсылка на Metal Gear, тут как бы понимаю. Я думаю, все с этим... Ну и пошел нахуй, тут стрелочки написаны, открой, сука. Да блядь. Уи! Нет, камера! Нет! Нет! Камера... Да, ёбаный в рот. Музыка играет, как будто кто-то умер. Да ёб твои, сука, конченые дебилы, блять, твари, ёбаные, суки. Мужик, слезь со стола, аккуратно, чё, упадёшь, не дай бог, разобьёшься, умрёшь. Нам так, нам здесь лишних смертей не нужно, понимаешь? Итак, первоклассного хирурга потеряли в лифте. Но всё потому, что технику безопасности не соблюдал, которую, между прочим, была рассказана нам в Dead Space. Добрый вечер. Лишь один выход, лишь один. Слушай, мне не нравится твое лицо. Может, это ты первый пройдешь, нет? Я сам закрою, понял, сука. Ой. Ему это не понравилось. Психанул. Че грустим? Грустным в вентиляции не место. Нихуя вы у нас музыкант? Нет? Ну ладно, наверное, мне показалось. Способен на невероятные вещи.
Так вы утверждаете, что для эксперимента... Ваш фильм — говно, зрители уснули. Кондиционирование. Кондиционирование. Пациенты верят в... кондиционирование. Я тоже... I believe in кондиционирование. Слышит уже не в собственных костях. Кондиционеры, кондиционеры, кондиционеры. О, бог кондиционеров. Пошли нам кондиционеры, 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 кондиционеры. Пошел нахуй. Дверь открыл. Дверь мне открыл. Так. Я тебя снял. Все задокументировано с ученой, что у меня будешь отвечать перед судом за то, что ты сделал, уебок, тварь, гнида. А, и решил смыться. Ну-ка, ага, все. Как только ответственность... А? Испугался ответственности, сразу убежал. О. Ясно, все ясно. Блять, опять эти голые пришли. А, он один. Блять, ну штаны бы хоть. Ну давай я тебе свои отдам. Ну или трусы хотя бы. Мне... У меня они все равно уже грязные, блять. Ой, это опять ты, музыкант наш. А чё грустим? Он так и не смог стать известным музыкантом. О, блядь. Вы в церкви, бля, алё, оденьтесь! Пиздец, ну что за неуважение? Как вас, блядь, сюда вообще впустили? Ой, консервы, ой. Давай, блядский Валеридер, выходи нахуй, я готов. Я как... Сука. А я от кого бегу вообще? Блять! Ага. Его убили на машины, нахуй. Снимай, снимай. The power of наномашин, сука. Сука, как он ты сюда попал? Блять, ну... Ёбаный, сука, колдун. У него навыки телепортации жестче, чем у Пабло, блять, из Dying Light 2. Да, сука, два брата телепортата, нахуй. Ты знаешь, что значит этот символ? Он предупреждает о наноопасности в микроскопических машинах. Этой технологии да. Уже десятки лет, но мы ее так до конца и не освоили. Наномашины. Отец. Специалист... Ой. А мне похуй. Ладно, я вас обманул. Наказан. За что, бля? Нет, если разрабы Outlast'а хотели меня таким образом пранкануть, это нихуя не смешно. Я, конечно, понимаю, что это за, блядь, неуважение, нахуй, скипать ебучие титры. Ну, ладно, видимо, я был наказан за это. Скипнул титры. Пиздец, блять, какого хуя? Что за бесконечная загрузка? А игра на SSD стоит, кстати. Что за хуйня? Ебать, хотите ржомбу? Alt F4 не работает. Альтап нахуй тоже не работает. Игра захватила мой компьютер. Блядский Валеридер захватил мой компьютер, сука ж. Что за говно?
Ёбаный в рот. Не смешно. Винтап нахуй не работает. Контроль или... А, спасибо. Диспетчер задач. Винтап. Винтап нахуй не работает. Ну, похуй. Чё, блядь? Диспетчер задач. Окей. Outlast не отвечает. Спасибо, нахуй. Он, ура, ура. Ура, блядь. Соси хуй, Валидер, ёбаный тварь, нахуй. Хуй тебе, а не мой компьютер, понял, ёбок. Ну, а на этом все. Огромнейшее спасибо вам за просмотр. Если ролик понравился, то вы, естественно, знаете, что делать. Не забывайте про ссылки в описании. Telegram, Twitch, на котором, кстати, скоро будут стримы. Подробнее об этом в новостном ролике, который будет уже завтра. Ну, в принципе, все. Если кого-то интересует, почему тут так мало монтажа оказалось, ну, я как-то я вообще планировал сделать такой ультраразнос тут, такие эффекты, там вообще каждую секунду какой-то движ, кроме движа в штанах, естественно. Но, посмотрев ролик, я проникся атмосферой, то ли из-за игры, то ли еще из-за чего-то, но, в общем, ни музыки я не добавлял, чтобы, опять же, атмосферу не рушить. Монтажа тут совсем немножко было, ну, чтобы смотреть получше было там, чуть-чуть, ну, типа, да, разбавил совсем немного. В общем, я надеюсь, что вы такой оцените, ну, если нет, то теперь буду срать на атмосферу и монтаж, монтаж, монтаж. Ну, а на этом все. Всем удачи, хорошего настроения. И, конечно же, до встречи.